Компания Samsung продолжает выпускать камеры, специально адаптированные для пользователей социальных сетей. От предыдущей модели новая MV900F унаследовала сенсорный экран с механизмом разворота, а также получила беспроводной интерфейс Wi-Fi, с помощью которого снимки можно моментально отправлять на множество онлайн-сервисов. Корпус камеры тонкий и элегантный. Практически все детали изготовлены из металла. Фотоаппарат отлично собран. Лицевая панель содержит минимальное количество элементов. Справа от объектива размещена лампа подсветки автофокуса, слева встроенная вспышка. Шлифованная верхняя грань подчеркивает имиджевый класс устройства. На ней разместилась кнопка включения фотоаппарата и спуска затвора, совмещенная с рычажком зума. Также здесь находится кнопка активации одного из интернет-сервисов, предварительно выбранного в настройках. Тыльная панель полностью скрыта за поворотным сенсорным дисплеем. На ней нашлось место для кнопки, которая дублирует спуск затвора, когда экран развернут. Рельефная поверхность задней панели не позволит камере случайно выскользнуть из рук. Дисплей целиком закрыт защитным стеклом, в которое встроены две большие кнопки для вызова меню и просмотра снимков. Дисплей имеет диагональ 3,3 дюйма и выполнен по технологии AMOLED. Цвета очень сочные, благодаря высокой яркости видимость сохраняется даже в ясный солнечный день. Возможности поворотного механизма ограничены разворотом в одной плоскости, что идеально подходит для автопортретов, а при повороте на 90 градусов и для макросъемки. На боку камеры нашлось место для интерфейса microUSB и microHDMI. Слот для карт памяти находится в одном отсеке с аккумулятором. Поддерживаются карточки microSD объемом до 64 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 880 мАч. Камеру можно заряжать не только от сетевого ЗУ, но и с помощью USB-порта компьютера. В таком случае ваш ноутбук может послужить резервным источником энергии. Аппарат выглядит очень стильно и, несмотря на свои небольшие размеры, удобно лежит в руке. Емкостный сенсор мгновенно реагирует на касание. Доступное меню позволяет легко и просто осуществлять навигацию даже человеку без опыта эксплуатации подобных устройств. Несомненный плюс сенсорного управления – легкость и удобство в обращении. Несмотря на скромные размеры, объектив новинки обладает неплохими характеристиками. Его фокусное расстояние в эквиваленте составляет от 25 до 125 мм при светосиле f2.5, f6.3. Камера без проблем справится со съемкой пейзажей, архитектуры и других масштабных объектов. Пятикратный зум обеспечит комфортную съемку удаленных объектов в большинстве стандартных ситуаций. Фокусировка в режиме макро начинается с расстояния 5 см от передней линзы. Этого достаточно для съемки цветов и других не слишком маленьких объектов. Модель получила КМОП-сенсор размером 1 на 2,3 дюйма с разрешением целых 16 мегапикселов. Снимок с максимальным качеством занимает до 8 мегабайт, поэтому желательно иметь карту памяти большого объема. Модель MV900F показала достойную разрешающую способность. Небольшие детали можно рассмотреть даже при сильном увеличении. Светочувствительность сенсора варьируется от ISO 100 до ISO 3200. Шумы практически незаметны до значения ISO 800, а при максимальных ISO 1600-3200 устраняются агрессивной системой шумоподавления, вследствие которой сильно теряется детализация. Но в целом максимальные значения ISO допустимы при недостаточном освещении. Когда нет штатива, но очень нужно сделать снимок, пусть и не в полном разрешении. Традиционная для компактных фотокамер система контрастной фокусировки работает быстро и вполне уверенно. Небольшие задержки и промахи наблюдались лишь при очень слабом освещении. Еще одно достоинство сенсорного управления – выбор точки фокусировки по касанию к экрану. Это очень удобно, когда нужно выбрать конкретный объект вне центра кадра. Съемка с MV900F – занятие предельно простое и не требующее особых навыков. Достаточно выбрать интеллектуальный режим Smart и нажать на спуск затвора. В большинстве случаев камера сама определит сюжет и применит нужные настройки. Для людей, имеющих определенный опыт, есть программный режим с доступом к большому количеству настроек. Можно изменить чувствительность ISO, внести экспокоррекцию, настроить баланс белого и многое другое. Для обработки фотографий совсем не обязателен компьютер. Цифровые фильтры и цветовые стили позволяют добиться различных оригинальных эффектов. Их можно применять как во время съемки, так и после, во встроенном редакторе. Камера умеет снимать видео с разрешением Full HD и частотой 30 кадров в секунду. Картинка качественная и плавная. Видео такого формата будет приятно смотреться на любом устройстве.
Для переноса фотографий с камеры можно забыть о проводах и кардридерах, так как здесь предусмотрена масса вариантов отправки файлов по Wi-Fi. Копирование на другое устройство, отправка в соцсети и на e-mail, загрузка на облачный сервис SkyDrive, автоматическое копирование на компьютер – все это под силу MV900F. Камера Samsung MV900F невероятно функциональна и предназначена прежде всего для любителей снимать из самого центра событий, но при этом не оставаясь за кадром. Обилие цифровых эффектов позволяет воплощать оригинальные идеи, не вдаваясь в сложности фотоискусства. Хотя данная модель вряд ли будет лучшим выбором для путешествий, в городских условиях она становится незаменимым спутником. Находясь в зоне покрытия Wi-Fi, можно мгновенно поделиться свежими снимками через социальные сети. А пока вы добираетесь домой с вечеринки, ваши фотографии уже получат множество лайков и комментариев.